Зима. Вчера целый день шел снег. Сначала мокрый. Ну, сегодня утром вот так столько вот снега понавалило. Сейчас мы находимся на территории четвертой городской больницы. Что-то не спалось. Вчера начальника похоронил своего. Хочу узнать, заказать ему обедню. Думаю, пройду к церкви сюда. Такая церковь, храм у нас здесь. Узнаю, сколько стоит обедня. Здравствуйте, обедня сколько стоит? Обедня? Ну да, у меня там начальник умер. Хочу, пусть все помянули его. Хотите его покаяние заказать? Да. Думаю, что-то утром не спалось, думаю, пройду, узнаю хотя бы. Одно имя? Одно. На 40 дней или... Нет, вот вчера похоронили. Нет, но заказывают на 40 дней умершему. Ага. Или один день считают, как вы будете? Да, на один день. 50 рублей, как? Вот 50 рублей. Одно имя? Одно имя, ага, Александр. Мученик мучился, ноги не ходили. Александра. Ага. Александр, мужчина. Александра, мужчина. А женщина Александры. Ага. О покоении. Да. А это что вот? Да, это я блогер снимать сейчас пойду. А? Город хочу наш снять. Вот это. Да, камера обыкновенная. А. Я вас не снимаю, так что не переживайте. 50, все, свечку ага. Не надо? Не, не надо. Ага. Так, за покой его души. Ноги отказали его, мучился. Ноги? Да. Ты вот что? Перестал ходить, вот идет, падает и все. Потом не вставал. А чем же? А сколько же лет? 57. Сколько? 57. А ага, ну все, спасибо. Так, ну вот. Заказали за покаяние. Сегодня вот такое печальное видео получается у меня. Здесь у нас церковь. В церковь мы не будем заходить. Чтобы людей не смущать там. Два года Сашка промучился. Менял колесо на машине. Баллонный ключ соскочил у него. Сорвался, ударил по коленке. Сейчас чуть-чуть по церкви здесь пройдем. Такой вот храм у нас здесь построили. Это раньше была территория 4-й больницы. Здесь ничего не было, поле. Огороды давали сотрудникам. А потом такой храм здесь построили. Колокольный перезвон здесь. В том году здесь тоже в больнице лежал. Операцию делали. Он заходил вот сюда. Я здесь вот центральный. Здесь вход в церковь. Сейчас рано еще, начало 8-го, еще все закрыто, конечно. Еще все закрыто. Здесь лавочки. Летом операцию делали. Больница надоедает лежать. Выйду здесь на лавочке посижу. Как раз на Троицу все было.
сюда забрели, кажется. Снега сколько навалило. Значит, ударил ключом по коленке. Начала коленка болеть у него. Думал, пройдет, никуда не обращался он. Потом нога болит и болит, и вот так он пошел уже к врачу. Долго что-то лечился. Сначала с одним костыликом ходил, потом идет, ноги у него стали отказывать, идет, раз, упал на коленку. Я поднял, говорю: «Саш, что с тобой такое?» Да, говорит, вот не знаю, вот иду, говорит, ноги отказывают, и все. Потом уже стал с двумя костылями ходить. Ну и в конце концов позвонил моему шефу. Он у нас главный энергетик тогда был. Да и сейчас, наверное, главный энергетик что-то там. Какого-то главного энергетика к нам приняли. Недолго он поработал. Спаси и сохрани его душу. Недолго он поработал. Потом уволился. Сейчас опять Роман Михайлович у нас главный энергетик. И он ему, Сашка, позвонил, говорит: «Все, с постели не могу встать». И вот через полгода прошло. Вот такое у нас печальное событие вчера было. Настоящая зима у нас. Но я уже посмотрел, завтра плюс 3, потом плюс 4, 5. Обычно на 3 года смотрю погоду. Уже, значит, у нас все здесь порастает. Так что я думаю, что сегодня можно на пробежку побегу или нет. Сейчас посмотрим, какие дорожки скользкие или нет будут в парке. А на лыжах точно сегодня я схожу. Погоди, что у нас? А здесь у нас венский зал. Так. Этом, пожалуй, сегодня вот такое у нас не очень позитивное видео.